два ударения в составе одной из команд. И при этом такая вялая игра другой. Ну что, Эрнандес выходит один на один и все-таки забивает гол! Эрнандес оформляет дубль. Если кто и заслужил в составе Интера, то это он. 2-1. Наверное, так и должно было случиться. Хотя мне жаль Лацио, потому что они сражались словно раненые львы. Но Эрнандес не простил. Ворота своей бывшей команды оформляет дубль Эрнандес. Для него это особенный матч. Я уже об этом говорил. Здесь никакого офсайда нет. И просто на скорости уходит он и от Пароло, и от Бравхейда. И те ничего не могут поделать, потому что силы это тоже не безграничны, конечно. Им приходится отрабатывать не только за себя, но и за двух парней. За двух тех парней, что получили красные карточки.